Вас вітає телеканал «Миколаїв», в ефірі програма «Розмова на тему». В студії я, Валерія Момет. Традиційно у цій порі по середах ми зустрічаємо у нас в гостях представників різних національних товариств. Зустрічайте, будь ласка, сьогодні у нас в гостях Біла Тамара Райгольдівна, почесний член Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді Відергербург. Вибачте, будь ласка. Гейдет Віра Зигфридівна, почесний член Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді, мейор Катерина Олександрівна, голова Миколаївської обласної центральної спілки німців і миколаївської молоді, німецької молоді. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, про вашу спілку, історію її створення. Мы представляем общество немцев Видергебурт, которое объединяет этнических немцев Николаевской области и людей, интересующихся немецкой культурой. У нас в обществе мы проводим праздники этнические, праздники, те, которые празднуют в Германии. И основной целью считаем объединение этнических немцев и распространение немецкой культуры. Всего в Николаевской области проживает приблизительно 1220 человек немецкого происхождения. Это по переписи 2001 года. У нас в обществе можно посещать мероприятия как образовательные, так и культурные. В мае мы проводили при поддержке Гёте-института семинары, и представители Германии приезжали к нам в город. Были приглашены студенты, члены нашего общества и школьники нашего города. Первый семинар был посвящен тематике стипендий в Германии, а второй семинар работая с детьми и сказки «Братьев Гримм». Детям всем очень понравилось, мероприятие показало хорошие результаты, атмосфера была очень позитивная. То есть у вас есть какие-то традиционные заходы, так? Да, мы очень любим праздновать этнические праздники. Это Рождество, Пасха, День Матери. Это основные праздники, которые мы празднуем. И в эти дни мы собираемся, общаемся, делимся культурой, традициями нашего народа. Очень любим, когда к нам приходят гости. Так, дякую. А расскажите, какие нещодавно відбулись у вас заходы? В данный момент у нас круглая дата. В этом году исполнилось 75 лет со дня депортации этнических немцев по советскому пространству. Тема очень грустная, но это история, и мы считаем, что должны освещать эту тематику, поскольку история должна быть значимой в нашей жизни, мы должны ее знать для того, чтобы она не повторялась. Сама тематика депортации, она понятна многим и касается многих народов. И с ракурса истории этнических немцев мы хотим донести до общества, что нужно помнить и чтить эти дни, чтобы это не повторялось. Это основное, на что мы ориентируемся. 28 августа, 75 лет депортации, чтят по всем странам бывшего СНГ с начала 80-х годов. И 75 лет – это круглая дата, а за счет этого мы решили, будет актуальным проведение круглого стола. И уже 3 сентября мы собрались, пригласили представителей Совета национальных обществ, представителей нашего общества, историков, представителей Николаевского областного краеведческого музея, и обсудили те дни, которые мы упоминаем сегодня в вашей передаче также. Рассказали о традициях, о жизни этнических немцев и то, какая судьба их настигла. К сожалению, история очень грустная, и на эту тематику очень сложно говорить и сегодня, и многие даже стараются уходить от этой темы. И нам сегодня сложно говорить, упоминать о ней, но мы стараемся освещать, рассказывать, поскольку многие истории, они уникальны, и сегодня у нас еще есть возможность говорить со свидетелями того времени, которые могут повествовать то, что нельзя прочитать ни в одной книге. И также, учитывая актуальность этой темы, можем сказать, что очень долго
история этнических немцев была под табу, под запретом. В России реабилитация узаконена, но она полностью еще не проведена, а в Украине немцы до сих пор не реабилитированы. Это единственный народ, который не реабилитирован на сегодняшний день. Но тем не менее мы живем в демократическом государстве, сегодня мы можем проводить наши мероприятия, учить наш родной язык, что ранее запрещалось, и объединяться в общества, которые рекламируют культуру, краски немецкого народа. Очень много позитива, который можем донести до людей. Очень много общего украинцев и немцев, что мы тоже всегда, на чем мы акцентируем внимание. И, конечно же, мы стараемся просвещать и гостей, и членов нашего общества о принципах европейской культуры. Сегодня это очень актуально, и мы стоим между двумя культурами и, естественно, поднимаем оба народа. Естественно, также для нас говорить и об украинской традиции, и о немецкой традиции. Этнические немецкие праздники, конечно же, нам помогают находить общие темы, общаться. У нас в обществе многие приносят рецепты старинной немецкой кухни. И у вас в передачах на телевидении мы уже презентовали нашу кухню. Также к нам приезжали из Одессы с проектом «Цвета немцев Украины». Снимали членов нашего общества на камеру, записывали рецепты, поскольку они уникальны, в каждой семье может сохраниться тот или иной рецепт. То есть, в першу чергу, ми обмінюємося культурою. Так, дякую. Ну що ж, давайте трохи перенесемося у минуле і подивимось, як саме пройшов ваш круглий стіл, так, до Дня пам'яті. Пропоную переглянути сюжет. Кінець літа 1941 року став чорним в історії етнічних німців України та всього СРСР. Адже 28 серпня, рівно 74 роки тому, указом Президії Верховної Ради СРСР про переселення німців з європейської частини території СРСР їх було депортовано. Что можно сказать за сегодня, что мы чтим и помним эту дату, потому что сегодня 74-я годовщина со дня происшествия. Мы собрались и каждый год собираемся на территории Николаевского городского кладбища. В кінці літа 1941 року на Кавказ, в Сибір та Середню Азію було депортовано понад 30 тисяч етнічних німців України. Мирні жителі, що проживали на українській землі не один десяток років та вважали її своєю батьківщиною, були насильно переселені на дикі та суворі території. Майже третина переселенців загинула, не витримавши тяжких умов життя, голоду, репресій та сибірських морозів. Їх привезли цим ешелоном в Алтайський край, Тогульський район, село Оксунай, і бросили, як животних каких-то. От оставили їх там, і все. І от всі, хто врився в цю мерзлу землю, тот і вижив. Віра та Катерина Гейт, яких разом з батьками у часи Другої світової війни відправили до Німеччини, після перемоги потрапили на американську територію. Їхня сім'я мала можливість отримати громадянство та залишитися, але батьки хотіли повернутися на батьківщину, на Миколаївщину. Але не все сталося, як гадалося. Після повернення на територію СРСР всю родину висилають на Урал. Такий указ був, що німці, які жили до війни, от, допустим, Ніколаївської області, Ніколаївської, Одеська і Херсонська. І Херсонської ми не мали права повернутися сюди. І тільки багато років поспіль, після переїзду з Урала до Казахстану, волею щасливого випадку, в 1961 році родині було дозволено повернутися на батьківщину. Якщо б не случай, який папа просто героєм вийшов, вже спас русських трьох офіцерів. Трьох офіцерів спас. І да. Його все, виганяли. Це життя. Да. Да, його вбили б, якщо б він не німець, його б одразу вбили. Старые жители, которые знали письмо, написали в Москву и подписывались. Ничего не дало. А только ничего. Вот этот, когда офицер говорит, все, считайте, что вопрос решен. Все. Пусть ждет. И так мы на Украине живем. На зустрічі був присутній почетний голова спілки Василь Андрійович Майснер, який розповів, що в секторі поховання воєнополонених, за даними списками НКВС, поховано понад 3 тисячі осіб. Пам'ять предків та всіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Наша сім'я, ми не хочемо на Германію їхати. Да. Ну, ми, родина у нас Україна. Мы все. Никогда не мечтали. И никогда не мечтали. Мечтал. Папа не хотел. Не хотел, не мечтал. И мы и не все. Мечтали. Никогда. Так что мы верим, что Украина будет цветущая через некоторое время, чтобы только мир у нас был над нашими головами и все. И все, чтобы все здоровые были.
Що ж, ми переглянули тільки що сюжет, ви хотіли щось додати, так, пані Катерина? Да, благодарим вам за сюжет, який був знят в прошлом году. В этом году мы анонсировали наше собрание 27 августа у вас на телевидении, и было приятно, что пришлось в этом году двое больше людей, были даже люди, которые заинтересовались историей и просто пришли послушать. Мы говорили о тех днях, и опять же свидетели того времени имели мужество, за что им очень благодарна, рассказать о событиях, которые они видели собственными глазами. Так, ось, пані Тамаро, розкажіть, будь ласка, про історію своєї сім'ї. Ну, я должна сказать, что я вот связываю сложный период депортации с предыдущим периодом в истории СССР тогдашнего, периодом репрессий. Дело в том, что мой дед Гебештро Иван Карлович проживал в селе Наизац и работал, ну, он был, по сути, учетчиком, колхозником, и был репрессирован, обвинен в принадлежности к немецкой организации. Долгое время мы о нем ничего не знали. Папа в это время работал учителем истории в селе, в Баштанском районе, в селе Доброе. И его вызвали и сказали, что вот твой отец, вот так и так, он арестован. Он спросил, как дальше ему быть. За войну сказал, иди и спокойно работай. То есть это тоже требовало некоторых определенного мужества, вот принять такое решение в отношении детей репрессированных. Мы знаем, как обычно поступали. Папа Габерштур Ингольд Иванович был учителем уже, когда заканчивал, в смысле, когда он сдавал госэкзамены на учителя истории, бомбили первый раз Николаев. Когда он вернулся в Доброе, мне в это время было 8 месяцев, он, значит, ну, добровольцем они тогда пошли. Потом через некоторое время после указа Сталина они на фронт не попали, были определены в трудовую армию. После этого мы ничего, долгое время ничего не знали. Мы Доброе было в оккупации. Там тоже пережили разные страшные периоды. Мы, папа следил за тем, что же, когда же освободиться, когда будет освобожден Николаев, когда Доброе будет освобождено. Ну, надеялись на встречу, но и после победы встреча не состоялась, поскольку он в это время находился то в Свердловской области на лесоповале, то в Соликамске, там и соляные шахты, разные трудные такие вот условия жизни были. И только уже когда окончательно, ну, в общем, мама решила, раз он не может сюда приехать, она взяла меня почти шестилетнюю, и вместе мы поехали, встреча произошла уже на Урале. Ну, встреча была очень трогательная, поскольку ребенок шестилетний, вот он, его не предупреждали, ничего, когда зашел в столовую, где дверь открывалась туда-сюда, зашел мужчина, я бросила еду и бросилась на шею и сказала: «Ой, папочка, здравствуй». Ну, вот так произошла встреча с отцом. Это был барак, кровать и железная, и стол. Ну, все остальное, я спала на полу. Ну, в общем, началась жизнь на Урале. В это время уже кое-что изменилось. Папа был завмагазином. Вот, так что материально как-то так не нормально было. Но предыдущие годы наложили очень большой отпечаток. Дело в том, что вообще все немецкое население, это было уже там много очень было немцев, они не думали, что смогут восстановиться с семьей. Когда мы с мамой приехали, по сути, это были первые ласточки, вот они начали к нам очень часто приходить, тоже дверь не закрывалась. Как там в Украине, как там, возможно ли приехать, не будут ли какие-то препятствия. Вот люди начали возвращаться.
приезжать, вернее, семьи, многие воссоединились и дружили, мы эти семьями дружили многие годы в будущем. Сложности и тогда были, но вот эти люди уже тогда показывали пример, ну, вот такой дружбы, наполненности, очень хорошо относились к детям, были расположены, очень честные, порядочные люди. И, значит, разные ситуации были. Папа добился того, что через Кремль добился того, что стал учителем. Везде, где бы они ни работали, собственно, и папа, и все остальные тоже, ну, показывали пример мужества и трудолюбия. Когда, если, пока он работал, я спрашивала позже, вот почему ты не остался работать в магазине, почему ты перешел на учительскую зарплату, причем они, мама была биолог, они работали на одну ставку. Он говорит, что там было очень сложно, потому что так, привезли мерзлую картошку, ты немец, ты за это отвечаешь. Мороженый лук привезли, там каждый случай это мог стать роковым, и тебя могли посадить. Ну и когда, в общем, коснулось детей вот это бесправие, по разному поводу нужно было обращаться в спецкомендатуру. Когда приехали знакомые наши к директору кирпичного завода, девочка поступила в институт, в этот, в техникум в Соликамск. И все ребята ездили, значит, там 25 километров по железной дороге. Но когда река Кама встала, там было 2-3 километра. И вот ребята переходили, ну, буквально там за полтора часа были дома. И когда она однажды пришла домой вместе со всеми, отца на следующий же день вызвали в спецкомендатуру и сказали, что будешь наказан самым суровым образом, если ребенок не будет отмечаться в спецкомендатуре и еще раз вот эти 2-3 километра пройдет вместе со всеми. То есть бесправие выражалось в этом и буквально во многом еще. То есть нельзя было переехать в другой район. И когда случилось так, что вот надо было поступать дальше нам, детям, другим, поступать в учебные заведения где-то не обязательно в районе, то нужно было что-то то ли менять даже фамилию, то ли если была такая возможность. Вот. Но у папы работали... Они, значит, он построил географическую площадку, мама была, значит, разбила пришкольный участок, и приезжали со всей области туда смотреть на результаты, какие-то там результаты были уже вот по тем временам хорошие. Вот нужно сказать, что эти люди были преданы своей идее, вот у папы, будучи тогда он учителем географии, он позже преподавал географию, он записи делал ежедневно, и только за 10 дней до смерти вот эти записи прекратились. У меня и сейчас есть эта тетрадь, где вот эти записи есть. То есть он считал важным делом своей жизни. Это дякую. Потом... Дякую вам, у нас невелика кількість часу. Так, хотілося б, щоб ще Тамара, пані Віра розповіла трохи про свою історію сім'ї. Ну, сім'я як создалась наша в 40-м году, вот, в Веселиновском районе проживали немцы до войны, трудолюбивые, село хорошее, все нормально было, все, каждый любил свою родину, каждый здесь считал, что на всю жизнь здесь будет. Но вот эта война, которую начали, все перебило. Во время войны, ну, когда немцы пришли сюда на Украину, мы попали, еще нас не успели депортировать, жили здесь под немцами, как говорится. И когда они отступали, то с собой забирали всех немцев. Хочешь или не хочешь, все семьи с собой в Германию, на подводах, на лошадях, на чем придется, в Германию, и все. Не хотели многие, просто... Ну, невозможно было спрятаться, невозможно было от этого уйти, потому что если бы не захотел, тебя убили бы. И так вот вынуждены мы оказались в Германии.
Ну, в связи с тем, что у меня отец, ну, неполноценная немецкая семья, мама украинка, то нас не отправили в Польшу или там в ту территорию, где ГДР была, где всех в основном там немцы были туда завезены. Ну, и мы были в американской зоне, могли бы там, конечно, остаться. Но папа только хотел на родину, только на родину и все. И нам сказали, где, откуда вас взяли, туда и привезут. Ну, конечно, это был обман. Нас на Урал потом уже привезли, на Урале высадили. Потом уже в Казахстан перебрались. Но все время были под таким давлением, никуда никто не имел права не поехать, ничего. Каждые две недели объездчик подписывал. И, конечно, народ униженным был немецкий, потому что все немцы, потому что понятно, что такое отношение, как будто бы они были, весь немецкий народ, все люди были виноваты в этой войне. В основном все, вот как, кого я знаю, все наши родственники, все хотели только домой, только домой, только на Украину, и ничего им, никакая Германия, ничего не нужно было. Ну, уже просто, когда уже умер Сталин, можно сказать, на следующий день уже начались движения. Еще даже никаких не было указаний, ничего. Но люди уже стали по возможности уезжать оттуда. И, конечно, наша главная цель была приехать сюда, на Украину. Мы приехали. Но пришлось нам здесь победствовать, потому что нас здесь не ожидал никто, не прописывали. Уже просто дело случая, когда уже и знали всем все, весь наш совхоз знал отца, какой он честный, трудолюбивый, знали нашу семью, и все защищали нас, и все даже отстаивали нас там, чтобы мы нас не трогали, чтобы мы там остались, это дело не помогло ничего. И только вот случай такой, во время войны случилось такое, что отец мой спас троих офицеров наших, советских. Их утром должны были расстрелять. Он, его, ну, вроде бы как немца заставили охранять их. Но папа что, им открыл дверь и сказал, если можете, уходите. И они ушли, утром их не было. Конечно, их искали, искали, это было такое ЧП. Ну, конечно, если бы папа был не немец, его сразу убили бы. Но так, так, в общем-то, не нашли их. Но к отцу уже было совсем другое отношение. И один из немецких работников комендатуры, ну не все же такие они, враги и все, сказал отцу, ты знаешь, если есть возможность, уходи отсюда немедленно, даже вот ночью вот возьми, вот завтра утром могут за тобой прийти. И мы ночью с совхоза агрономия Арбузинского района, ночью на лошадке уехали в Вознесенск. Нас никто не искал, видимо, не находили. И так мы до Вознесенска, так вот мы и остались. Потом переехали в село Веселиновский район, и там до конца войны были. Ну, а немцы отступили, и мы поехали тоже с ними. Вот. Вот такие вот дела. Ну, конечно, трудности испытывали большие, потому что, во-первых, как униженный народ, не устроиться на работу нормально, никак, вроде бы как вот преследовал нас кто-то. Вот, все время. Ну, сейчас уже все, как говорится. Вот когда мы приехали на Украину сюда, здесь мы не ощущали ничего такого. Все нас приветствовали, все рады были, что мы приехали сюда, все знали его с детства, отца. Было, как говорится, все отлично. И мы свободно живем и радуемся, как говорится, тому, что плохо только что, конечно, опять эти военные действия, опять эта война. Это очень, как говорится, не здорово. Она к нему никогда ні к хорошему не приведет. Так, це вірно. Пані Катерина, трохи повертаючись до спілки, так, до теми нашої сьогоднішньої програми. Скажіть, будь ласка, хто вам допомагає? Ми працюємо при підтримці Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На їх базі у нас уже третій рік працює Центр німецької молодіжі, культури і розвитку «Відергебурт». Мы проводим на базе университета наши мероприятия, проводили концерты, образовательные семинары,
сотрудничали с университетом, также приглашали студентов, школьников общеобразовательных школ. Также мы сотрудничаем с Гёте-институтом в Украине, работаем с учреждениями у нас в городе, Николаевский областной краеведческий музей, общеобразовательные школы. Очень можем рекомендовать изучение немецкого в школах, поскольку именно в начальном возрасте дети успешно и очень эффективно усваивают этот язык. Нам очень нравится, как изучение немецкого построено в общеобразовательной школе имени Олега Ольжича, в Октябрьском школе номер 1, где после окончания этой школы они могут, получая сертификаты, напрямую поступать в учреждения в Германии. Очень рады, что сегодня можно изучать немецкий по желанию. У нас на базе нашего центра существует школа изучения немецкого языка. Она поддерживается и посольством Германии, и Гёте-институтом в Украине. Так, дякую вам. Ну що ж, я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Було дуже приємно з вами поспілкуватись. А я нагадую вам, шановні телеглядачі, що це була програма «Розмова на тему». В студії була я, Валерія Момот. До наступної зустрічі!